«Сова» — это, на мой взгляд, такой мощный космический информационный корабль, двигатель которого остановить, ну, я думаю, просто невозможно. И работа вот в таком коллективе, в таком медиахолдинге заставляет быть ответственным и соответствовать такой же космической скорости, каким-то принятию каких-то решений важных. «Сова» для меня — это люди. Мы очень много друг друга знаем, некоторых даже многие годы. То есть это именно коллектив. И вот, как говорят, там есть где-то место, где ты часы отрабатываешь. Нет, это совершенно не то место. Личная жизнь есть, а есть рабочая жизнь. И вот наша рабочая, профессиональная жизнь — это такая самоценная часть нашей жизни. Вот это вот и место называется «Сова». Люди и вот эта вот часть нашей жизни. «Сова» для меня — это, наверное, новый взгляд на окружающую нашу действительность. Развивается, который не боится шагать вперед и открывать все какие-то новые горизонты, новый опыт. Ну, «Сова», во-первых, это прекрасный молодой творческий коллектив, а во-вторых, это интересный монтаж. Безусловно, зрители, региональное телевидение привлекает прежде всего новостями, но мы давно не боимся браться за сложные проекты. Ну, как пример, это сотрудничество с крупными форумами и проведение на их площадках телемарафонов, трансляций и так далее. Наши корреспонденты выходят в прямой эфир, берут интервью в прямом эфире. Наши техники организовывают ту самую связь, да, чтобы донести все это до зрителя. Наши операторы устраивают красивую картинку в короткие сроки. С полной уверенностью можно сказать, что команда «Губернии» — это профессионалы, которые готовы взяться за любую задачу. Потенциальный охват слушателей составляет более 3 миллионов. Ну и, безусловно, это наше одно из главных достояний и гордости. Мы ценим наших слушателей. Ну и не менее важной составляющей нашей радиостанции, естественно, являются сотрудники. Все они очень талантливые, эрудированные, интересные собеседники. Благодаря вот таким качествам и свойствам мы находим общий язык со всеми, не только нашими слушателями, которые нам периодически звонят и в эфир, и вне эфира, ну и с нашими гостями, которых тоже очень много. В июне планируем запустить еще одну программу. Будет она связана с IT-сферой. Ну, в общем-то, развиваемся. Чтобы поддержать статус не только старейшего издания региона, но и людей прогрессивных, современных, мы реализуем множество проектов, потому что команда позволяет делать больше, чем просто газеты или спецвыпуски. Одним из таких проектов, и сейчас это уже отдельная СМИ, отдельное медиа, стало «Кому на Волге». Это наш портал о туризме и культуре в Самарской области. Вот буквально 8 июня ему исполняется уже 2 года. Вот этот проект мы реализовали уже будучи в медиахолдинге «Самарское областное вещательное агентство». Вообще диджитал редакция нашего холдинга, она многоступенчатая, то есть это одновременные сайты, соцсети, видеохостинги и разные определенные еще площадки. Например, наш сайт savainfo.ru занял 1 место в топе СМИ по цитируемости среди всех медиа Самарской области. Наши социальные сети суммарно смотрят и читают более 200 тысяч человек. Новости мы публикуем ежедневно, 24/7, самое актуальное и оперативное, все всегда у нас, можно почитать и посмотреть. Пресс-центр — это, по сути, площадка для генерации инфоповодов для всего нашего холдинга. Мы создаем события, медийные события, приглашаем гостей самых разных уровней. Это и городские, и региональные чиновники, это и общественные деятели, это и учителя, врачи, педагоги. Ну, то есть самые разные люди рассказывают нам о жизни всей губернии. Мы генерируем инфоповоды для ресурсов нашего холдинга, ну и, собственно, для всех СМИ региона и, в принципе, для любого жителя, поскольку большинство наших прямых эфиров и круглых столов можно наблюдать в социальных сетях в нашей сети ВКонтакте Самарского областного вещательного агентства.
От всей души хочу поздравить «Сову», крупнейший медиа-холдинг нашего региона, с днем рождения. Вам 3 года, вы еще молоды, но на вашем счету уже немало наград, и это не случайно. Ведь вы команда профессионалов. Вас любят, вас смотрят, вас читают, вас слушают. И пусть впереди у вас будет как можно больше побед. На самом деле «Сова» – это не 6 разных отдельных редакций, это одна большая конвергентная редакция. И самое главное, конечно, это люди, которые в этих редакциях работают и выполняют задачи самой разной сложности, которые подчас даже кажутся невыполнимыми. Но самое главное, что этим людям не нужно объяснять, уговаривать. У них рождаются идеи, у них есть понимание, для чего они здесь, почему они здесь. Поэтому хочется сказать большое спасибо всему нашему дружному и классному коллективу. Ребята, вы крутые!